Вопрос 49. Рассчитайте относительную молекулярную массу газа, относительная плотность которого по кислороду равна 2. Вспоминаем, как определяется относительная плотность одного газа относительно другого. Это обозначается буквой D по кислороду какого-то газа. Мы не знаем, какого газа, обозначим его за X. Это равно молярная масса этого газа X относится к молярной массе кислорода. То есть нужно разделить молярную массу этого неизвестного вещества на молярную массу кислорода. Это соотношение, сказано в условии, равно 2. Значит, мы можем выразить из этого молярную массу этого вещества неизвестного. Но будет молярная масса кислорода умножить на 2. Молярную массу кислорода мы можем найти, зная массу одного атома кислорода, 16 грамм на моль, умножаем на 2, равно это 32 грамма на моль. Значит, неизвестная масса неизвестного вещества будет равна 32 грамма на моль, умножаем на 2, равно 64 грамма. Ответ 64. Размерности в бланк ответа не пишем. Правильный ответ 64.